Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за кхмеров на карте Архипелаги в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну вот, видите, о чем я говорил. И подходит сюда. И там еще пращник. Ну вот пращник меня уже не проатакует, поэтому можно пока постоять здесь. Так, поселенец. Поселенец появляется. Это очень хорошее чудо. Производства мало. Мало производства. То есть расти-то города могут нормально, у меня куча еды, в принципе, меня это все устраивает. Так, что с кампусом? Да, плюс 4, видите, кампус. И здесь будет плюс 4 кампус. Если его откроешь, провалит. Тебе уже не важно. Зачем мне вообще лошади нужны? То есть, как долго я могу их... Всех за собой потянуть. Для математики. Ну, в принципе, мне надо вот это все открывать. 7. Обработку бронзы. Блин, и обработку бронзы я боюсь открывать. Появится железо. Мне сначала надо везде районы поставить. А я, кстати, железо и лошадей. Ну, железо в любом случае нужно, чтобы акведук открыть. Так что когда-нибудь да придется железо открывать. Сейчас убьется об меня. Ну тут хорошо, тут эти 300 спартанцев постояли в этом. Проходики. Так, все, идем сюда ставить город. Нет, ой, ты так дебильно будешь идти. Что там у нас? О. Причем я первый нашел арму. Причем эта арма ко мне приплыла. Кстати, очень хорошо быть. Ну, ты как бы сам себя открыл. Ты что, священное место с моими для священного города государства? Как вам? Столица по лояльности, по-моему, не может же. Может. Так, уникальный бонус. Строитель могу строить монастырь. Монастырь плюс 2 единицы веры. Дружественный религиозный юнит на этой клетке устанавливает. Ну, дает плюс 1 жилья. Ну, не знаю. Такое. Так, стоим в защите. Здесь поселенца достроили. Ну, наверное, пока все. Амбар мне не нужен. Давайте молитву в священном месте сделаем. Ну, просто пока подоткрываю, хотя желательно сейчас подумать в начале хода, на что поменять. Так, этот хочет озарение. Блин. Сломали мне священ... Нет, не сломали. Не сломали. Повреждено 0 клеток, потеряно 0 населения. Урожайность у одной клетки повышена. Отлично, тогда норм. Блин, отступать? Не, давайте, знаете что, давайте юнитов построим. Тут как-то варвары чё-то напрягают. Так, и пока строительство поселенцев уберем. Да. Давайте пращников. И этим отступим в город. Надеюсь, он сюда пойдет, а не... Если на лес встанет, то я могу потерять поселенца. Слушайте, давайте лучше сюда отойду. Потому что если он встанет на лес, мне некуда отходить поселенцам будет. В политическую философию идем. Так, давайте подумаем, что вместо обработки бронзы открывать. Каменную кладку.
Тут два морских ресурса и две галеры. Вообще надо морские открывать потихоньку. Блин, охренеть, у меня прошлым ходом было наводнение, этим ходом извержение вулкана. Блин, вы мне вообще шанс выжить дадите? Природные катаклизмы. Повышена урожайность у 8 клеток, зашибись. Зашибись, норм. Да, блин, конечно, извержение, потом... О, это еще затопление, извержение. Так, ну, проблема в том, что на самом деле он сейчас может все равно захватить моего поселенца. Тут мне надо стоять в защите. Следующим ходом появится там, где пустыня, видите, прачник, вот тогда будет все окей. Так. Хорошо, давай залупим. Если ты поставишь на скот, и меня не влезет в мой тут город. Все правильно. А так у нас влазит и тут мой убираем. Город за этой горой. И у тебя влезет тут город. И кампус тебя. Ну что, пингалу прокачаю. Так, давайте у меня что-то пишет ожидание игрока Sims. Ну это я, мы ходим. А, ты еще ходишь. Попробуй нажать на конец хода. Слушай, может, нажал. Ты сможешь... Не сможешь ходить еще? Ветку, где так, мне пишет ваш ход в ожидании игрока Sims. Ну. Крутится вот этот мир. И че ты сюда прачниками идешь? Он тебя там прачниками идет захватывать, да? Я могу, конечно, купить эту клетку с лагерем варваров, но не хочу. Пока. Ты же не будешь этого делать. Ой, не-не-не-не. Ну, я хочу, знаете есть. Что? Я хочу купить торговца. А, не хватает денег. Следующим ходом надо торговца купить. Ладно. Обязательно. Это я тебе Лос, брат, по опыту прошлых игр я тебе могу порекомендовать на Артема напасть. Вполне очень быстро забирается и очень тебе это поможет в развитии. Да, вот послушай, Лёш. Так что, Артём, поставьте Артёму, куда поставить города для вот этого человека. Так, Кирус. А, блин, ты же уже закончил ход, блин. Блин, я боюсь, сейчас будет рассинхрон опять. Я вот сейчас думаю, страшно. Вот я боюсь тоже, что-то все так долго и ничего не происходит. Нет, нет, все нормально, все нормально. Все нормально. Блин, только я... Ударь один раз. Вот чё бот творит, сволочь, а? Вот что за бред? У меня из-за прошлой вот этой паузы у меня, короче, слетели настройки, и оно не поменяло мне дерево. И открыло то, что не хотел открывать в технологиях. Артём, ты раньше меня как бы город поставил. Знаешь, поэтому и сказал, чтобы ты ставил там, потому что... Да я уж там стою. Блин, может пока сменить? Тебе здесь вроде как производство нужно, да? Так, давайте, наверное... Святилище строить. Мне не так... А там, я понимаю, мне не нужна прям вот офигительно так религия. Снизу справа. А, хороший он взял. Может, тогда ты поставишь религию. Нет, у меня один, но он там в горах. А я на еду, кстати, возьму. Давление справа, как он на моего пращенка давит. Слева, слева. Нет, справа, там еще справа идет давление. Справа, подскажите. За озером, за вот этими горами. Так, подскажите, нет, когда. За озером это не я. Ну тогда снизу и справа от тебя есть другой человек. Блин, может лучше кампус вместо святилища. Три хода кампус тут. И такой крутой, да, давайте кампус. То, что вот где твой прачник, ой, прачник, боже мой. Поселенец, справа от тебя озеро. За озером гора. За этой горой, ну, одна клетка есть свободная. И там идет давление снизу. То есть не слева, а снизу. Там что-то еще есть. Значит. Давление снизу. И давят, давление. И давят, да. Сейчас ты все увидишь. Я вижу, что у тебя... Блин, вот этот прачник, видите, мне... Да,
все мое развитие подпортил. Я бы уже сейчас город ставил, а так мне еще идти. Вот ты сейчас на оленя идешь. О, все-таки рассинхрон с Кирусом. Да ладно, я здесь. Нет, ты здесь, но ты в игре рассинхрон. Да ты загрузишься, не волнуйся. Ну извините, не знаю, такого обычно не было. Так, убиваем этого парня, прокачиваем лучников. Или 600. Это бывает. Ну, тут не. Это не интернет, это из-за того, что ты зашел, ты вылетел, потом зашел на горячую, и такое бывает после того, как ты заходишь на горячую. Да не волнуйся, мы ходим. Мы ходим. Слушай, а ну, что молодцы, это... за меня бот ходит. А нет, это, за тебя бот не ходит. Когда рассинхрон, ты сейчас загрузишься и будешь ходить спокойно. Все, я загрузил, спасибо. Да, как это так? Мне сказали, ничего не делаем, и тут ты выкупаешь кучу клеток сразу. Ну, пополам поделили чудо. Я вот 3 клетки от чуда взял. У тебя 1, 2, 3, 4, 5 клеток. Круто, целых 3 технологии ускорил. У тебя все клетки производства, а у меня, понимаешь ли, только... Давайте, наверное, потихоньку навигацию по звездам открывать. С другой стороны, у тебя же тоже, смотри, чудо дает от каждой клетки. Значит, там 5. Я там не вижу. Еще и армы какое-то задание выполнил, блин. Там 5 клеток должно быть. Ты туда город поставил. Там город. А, ну да, там как раз было ускорить обработку бронзы, по-моему. Верно, так, очень хорошо. Очень хорошо. Короче, у меня даже меньше отверстий. Да. С этими, конечно, извержениями будут проблемы с... Анонсмент, что Endless Legend теперь и на китайском есть. Если кто не покупал Endless Legend из-за того, что в нем нету китайского языка, то теперь самое время, ребята. Итак, мы вышли в темный век. Боже. Ну, наверное, возьму каждое озарение, каждое вдохновение. Наверное, монументальность возьму. Хотя каждый город обращенный в основном... Давайте исход евангелистов у меня будет. У меня будет религия. Но это скаут с этого города, он не будет захватывать моего поселенца. Тем не менее, пойдем. То есть, пока лагерь стоит... Копчите варвар, беру. Так, так, кампус строится. Сейчас я олигархию следующим ходом возьму. Ну, тут... Давайте, наверное, плюс 100, уже пора... Галеры строить, ребята. Пора исследовать все вокруг. Так, где у нас галеры? Вот так. Надо получать очки эпохи, надо смотреть. Просто, ну, на моем острове, видите, я только 3 города могу поставить. На самом деле и сюда еще какой-то влезет, но зачем? Я думаю, вот видите, я уже тут вижу какие-то... Какую-то землю. Арма. Видимо, вот этот остров вообще бесхозный, потому что арму я первый нашел внезапно. Поэтому вполне будет куда развиваться. Так, а там кто-нибудь гавани уже поставил, интересно? Уже должны гавани поставить кто-то, нет? Смотрите, никто не поставил гавани. Прикол. О, еще тут кто-то на пророка идет. Слушайте, ну мне надо, наверное, здесь все-таки завершить. Я хочу религию. Хотя... Я не думаю, что тот второй будет брать те верования, которые я хочу взять. Блин, уже лучники тут. Лучники — это плохо. Вполне может подойти и обстрелять дуболома. Ладно, возвращаемся. Или не возвращаемся, сюда пойдем. Тут лучше прачником постоим. Так, в любом случае сначала олигархию примем. Плюс 2 влияния. А где там за болотом проплыли? Так, пока изоляционизм...
Так, ну давайте плюс 5 тогда против варваров пока возьму. Там, где вот сейчас твой прачник прошел. Сейчас я поставлю этот город, и можно будет изоляционизм ставить. Здравствуй, здравствуй. Там, там ничего нет. Отойду, ладно. Так, тут в защиту. Кто построил? Это город у тебя. Мистицизм. Выход с твоей гавани, точнее. Давайте пока драму и поэзию потихоньку открывать. Античность. Великолепный кампус. Принимают олигархию. Ну. Артемидку легко проверить, кто построил. Открываем счет. А, нет, здесь же нету этих. Очки за чудеса в империю идут? Вы не в курсе? Нет, чудеса, во, 15. Супергерл построил. Супергерл построил Артемидку. Да, верно. Ну и сколько тебе она дает? У меня, например, нету ни пастбищ, ни этих. Как его, блин? Лагерей. Даже в пределах 4 клеток? Ну да, ну в смысле... Тогда на 4. Без лагерей... А, у тебя на 4, да? Ну, хорошая артемидка, чё. Так, следующим ходом я ставлю... Давайте, наверное, военную традицию. Потихоньку. Или нет, или мистицизм открою. Давайте открою мистицизм. Сделаю арму союзником. И... Тут надо священные места, эти святилища еще построить. Но все-таки медленно у меня город растет. Ангхартхом. Так, а там где река? Ай-яй-яй-яй. Ева, это твое, да? Место для города. Справа ты имеешь в виду. Да, да. Где чай? Да. У меня просто больше нету особо куда оставляю вниз. Блин, тут какой-то маленький остров для города. Надо, наверное, все-таки выкупить эту клетку, потому что тут варвары. Не хочется строить наземные юниты, понимаете? Тут все в морское будет. Плюс 2. О, тут сразу варвары у нас бегают. Хавапуру. Тут, конечно, стоило бы открыть, но мне кажется, здесь вообще... Ну, вот сюда со только. Со всеми. Что со всеми? Спрашивает... Кянди спрашивает, с кем грек воюет. Да, только вот здесь город ставится. Конечно, я тут его не буду ставить. То есть, мой остров на 3 города чисто. Теперь мне надо искать места под следующие города. Для этого я, собственно, галеры и строю. Так, Пхавапура тоже вполне нормально может расти. Так, дайте а, я... ну слушай, у тебя вот 4 клетки чуди, у меня 4, 3 клетки чуди. Здесь вот никак, видите, не ускорить рост. Хотя именно Ангхартхом у меня самый что, большой. Что ты такого увидел вообще в моей столице, что решил ее захватить? Ну и навигацию по звездам так открою, потому что гавань... Может. Я не уверен, Канди, по поводу привязки. Проверь.
Блин, тут тундра. Тут что-то, конечно, много, но тундра. Так, куда варварский этот отплыл? Вот, вот здесь вот можно ставить что-то явно. Так, значит, варму отправляем, делаем его союзником. И кого встречаем? Брюссель, причем тоже первым. Круто, круто. Так, на территории армы тут города, мне кажется, негде ставить. О! Блин, тут был бы хороший, наверное, город. Все равно. Слушайте, вот здесь еще можно город поставить, на самом деле. Создать центр коммерции Брюссель хочет. Висячий... Так. Смотреть, кто висячие сады построил, или сам признается? Я. А ты их тоже строил? Нет. Просто там народ всегда спрашивает, кто и что построил. А, вот я спрашивал, кто Артемиды, никто не сознался. Я же тебе сказал, кто. Уже сознались? Ты что там, отключаешься периодически? Не, я сейчас отходил по нужде. Давайте судостроение. Открывать. Так, ну в принципе, я уже везде, где хотел, поставил районы, кроме акведука. И здесь, мне кажется, лошадей не может быть. Поэтому, наверное, лошадей уже можно открывать. Слушайте, мне повезло, что у меня нет никаких ресурсов, которые требовали прямо открытия этой техи. О! Атакует моих маленьких пращников. Так, давайте, наверное, лошадей откроем. И в стрельбу из лука даже пойдем. Нет, давайте лошадей и железо откроем. Так. Откроем, кстати, все ресурсы. О, приплыл. Вернулся. Блудный сын. Нет, пока никуда не отправляю. Да, я бы тут еще город поставил. Конечно. Давайте священное место добьем, потому что я арму уже сделал союзником. Соответственно, священное место будет еще больше давать веры. И я бы, наверное, просто вышел... Ну, вообще, я выйду в героический век и просто за веру бы сейчас накопил бы кучу веры и за веру бы еще сейчас тут заселил. Судя по тому, что эти города-государства я первый встречаю, то как-то соперники где-то далеко. Мне железо запороло кампус на плюс 3. Ну, кстати, мне для Индрапура. А я поэтому, не поверите, до сих пор даже лошадей не открыл, чтобы не появилось нигде. Вот именно для этого. А, вот ты хитрый. Не, ну зачем мне лошади, если у меня нету соседей на суше, по-хорошему. Не, ну всегда можно же высадиться на... На лошадях? То есть это кто-то сейчас пойдет прямо в лошади, чтобы у меня высадиться? Так, чтобы высадиться, вообще-то надо судостроение открыть. Ну, судостроение, там лошади, одно от другого не... Ну, это будет очень такая суровая операция, конечно. Ну, по Челине, привет. Так, привет. Давайте апнем. Ты где? Я тебя не вижу. Может увидеть. Не, не хочу.
Так. Никого не... Вот жил я вот себе лошади. Спокойно. Нормально. На своем острове. Нормально. Вот еще пришли? Лошади. То есть еще лучше этот город становится, в принципе. Проблема этого города, что нету реки. Да, я тут один сижу, домики строю, значит, такой спокойненько. Да, я вижу, вот все-таки лошади на промышленной зоне, ну, хотелось, видите? Хотелось бы лучше пингало прокачал, вижу. Ну, походу, вот сюда придется ставить. К сожалению, на лошадей. Ой, на лошадей, на холм. Но это будет нормально. Тут от лошадей будет, от акведука бонус соседства. Это будет хорошо работать. Это будет хорошо работать. Так, ну пора идти разбираться с лагерем уже. Сейчас мы тут вылечимся. 3 очка дадут. Опять же. Короче, мне к моменту... Так, подождите, а что я... Открываю там обработку бронзы. Да, это правильно. Сейчас посмотрим, где еще железо появится. Но вот тут может мне пока игры развлечения отложить. Давайте драму и поэзию пооткрываем. Потом и военную традицию надо будет, когда мы этот, с этим лагерем разберемся. Франц, уже помрем, у нас вовсю плавает. Да тут все, наверное, уже плавают. Залив Темуана Атои. О, еще и культурная ГГшка. Так, пока лечимся. Здравствуйте, галера. О, где железо, где железо? Блин. Русский, ну охренеть. С промышленной зоной, короче, не очень у меня давай. Получилось теперь. А кто говорит? Крик. Хрен теперь где поставишь. Тут, ну, может, только... И мне, кстати, рабочий нужен. У меня тут лошади и железо, вот это все надо обработать. Это очень неплохой буст даст Анкартому. Строители 105. Да, пускай закончит. Я хочу уже религию принять. И давайте, видимо, строителя следующим. Потому что тут, ну, это надо обрабатывать. И, наверное, приму изоляционизм. Пока мне 3 этих города достаточно. Пошли в деньги. А, нет, удостоверение надо открыть. Плюс 5 дает или плюс 4? Плюс 4. Только на плюс 6. Плюс 3 уже дает очки. Не-не-не, гавань плюс 4. Плюс 3 это... А, все остальные. Плюс 4, по-моему... Нет, гавань и коммерция, по-моему, плюс 4, а все остальные Кампус, плюс 3. Да. Кампус на плюс 3 дает тоже, я знаю, очки. Нет разве? Ну да, так я говорю, на плюс 4 гавань, коммерческий район и чуть ли не говоришь промзона? Ну, что примем? Иудаизм, кхмеры, иудеи? Конечно же. Так, храмы и святилища производят столько же пищи, сколько и веры. Вот это чисто для... кхмеров тоже верование. Как-то грек гоплитами не отбился от коней. Священное место из... Культурный захват, это у меня и так, кстати, работает. Это у кхмеров способность. У меня в столице два производства. Сразу религию куда? Построенные города, если она является преобладающей... кстати, я хорошая идея. Я одного гоплита к тому моменту успел построить. Давайте возьмем. И... Возьмем сразу нормальный миссионера 70 следующим ходом. Ну, блин, тут такая жизнь. У меня тоже говёные места, если честно. Да, первым, да, первым я встретил. Вижу. Но 5 городов это, ну это... Махенджо-Даро первым встретил. Так, пока никуда не посылаем. Сейчас... Валера тебя сейчас захватит.
драмы и поэзии вдохновения не смогу выполнить. Еще бонусы стремления прямо сейчас уже получил. Нормально. Ого, какая там война за пророков. Ну так религиозные цивилизации тут. Я-то первый взял. Ну так за Россию. Конечно, ну, если да. Там у тебя уже возьми, и... не первый. Уже она этих... троих еще набилось. Как его... писателей вон уже идет, и писателей, и художников он идет вовсю. Кстати, я, честно говоря, сам не знаю, откуда у меня писатели. У меня театралки нету. Серьезно, так, Кирус? Тихо. Подождите. Ну зачем вы ему сказали? Ну блин. Чего сказали? Пускай сам выяснит, откуда у него писатели и художники. Читы. Читы подключил, да? Ну это за счет верования, да, наверное? Не, ну в то место мыслишь, но не за счет верования. Смотри, отстань. То есть, ты хочешь там снизу справа гору ставить, или я могу ставить? Почитай особенности России. Если там где-то ВПРшник стоит, я бы там поставил город, а я тебе вот метку возле реки там поставил вверху. Окей? Так, давайте нет. Стрельбу из лука откроем. А, я понял, потом подожди. Каменную там, кладку. Ну, что-то не знаю. До города иду ставить, возле над судостроение. Ты там поставишь город, и у меня трех клеток там, где сейчас твой ВПРшник стоит. Я понимаю, просто я бы тебе посоветовал в другом месте поставить город. Да у меня внизу и здесь будет по городу. Вот тут, нет, конечно, надо ставить города. Тут вот городом, я вижу хорошее место. Стоит вправо. Там увидишь, там можно гавань на плюс 7 поставить. Ой, тут я смотрю хорошие места. Там так, короче, где ставить города уже есть. Нет. Так, давайте миссионера купим. И остальные копим уже на... Ну, там вот вокруг гавани будет три морских ресурса. На там. Героический век. Куда ставишь город и центр коммерции. Валера, может быть, Эритрию я заберу? Кого ты заберешь? Эритрию, город. Эритрию. Нет у меня там места. Там пустыня на моей стольне. Подождите, а что, Эритрия это такой город-государство есть в Циве? Или это кто-то поставил город? А, город Грека. А, да. А вы что, там пилите его? Кагыр, тебя пилят, да? Это давно уже. Сволочи. Я сейчас обратно отобью столицу. А у тебя уже и столицу захватили? Давно уже? Сволочи. Нифига себе там. Стоунхендж. Ну да, тут нормально. Один город хорошо встанет. Это чудо не считается горой. А может, да. И не отобью. Печально. Я надеюсь, что будет хоть кампус нормальный у меня, хоть один. Всем печально. Да, денег на покупку клетки нету. Поэтому, наверное, гавань я тут все-таки построю. Священное место уже есть. Давайте гавань. Тогда тут я апну в лучника. Швед, ну у тебя же что там места есть? У меня вот еще место там на один город, все. Ну как бы, ну, я бы сейчас бы, ну, порешал бы и все, больше уже не будем возвращаться. Я считаю, достаточно еще один город. А сколько тебе надо? Ну как бы тогда и шведу будет больше городов. Как он называется, боже мой. Он и так там захватил уже бедного грека. Древние стены нужны. Один ход. Так, знаете что, мы отложим. Отложу и древние стены в Ангкор-Тхоме. Ангкор-Тхоме. Ё-моё. Построю древние стены. Ну чего ты отклонил право похода? И пойдем открывать инженерные. Потому что мне акведук нужен.
Подождите, один, два. Нет, знаете что, судостроение пока мне не надо. А вот акведук надо. Да, и тут мы откладываем производство. Там просто мой город блочит тоже. Так, надо с кампуса что-то другое сделать. С рассвечек Пхавапури побежит, типа. Я нашел город. Может, там ты можешь выше поставить эту клетку? Давайте атаковать его. Ё-моё. Только я кампус построил. Когда он заткнется, этот? Одно население потеряно. А, нет, нет. Урожайность у трех клеток повышена, конечно, но... А, так, ладно. Кампус ремонтируем. Долечусь уже и буду следующим ходом атаковать. Так, Индрапура обращена. Пошли в Пхавапуру. И здесь, собственно, так как она обращена, то появилось и жилье, и довольство от священного места. Обрабатываем железо. А, и начинаю строить... Блин! Ладно. Поставил это, ладно. Мне все равно надо кампус починить, а потом уже древние стены строить. Ну, давайте ставить, значит. Тут мы ставим город. Меточки. А где здесь? Может, прямо на... Да, здесь вот выглядит, что именно прямо на ртути надо ставить. Грек, гоплитами нужно воевать, типа вместе их водить, а не просто так вот долбиться. А у меня прям дофига гоплитов, да? Мы с Тамарой ходим парой, вот это вот про гоплитов. Ну, блин, кстати, я бы уже хотел кого-нибудь найти. Где народ? Так, ты дашь правого прохода? Где? Пока нет. Ну да, я хочу пройти там влево. Там есть. У меня еще туда даже не ходил. Тебе туда зачем? Ну, а что мне тут сидеть? Или вот вниз пойду, как слышу этот киночеклад. Вот здесь у нас оливки, кстати, имеются. Тут тоже где-то можно город ставить. А тут только одно место, только на этих. Сюда, видимо. Блин, тут надо вырубить лес, конечно. Пока исторические хроники, может, отложим. Пробуем аванпост варваров. Ну, давайте гавань. Гавани тут в любом случае нужны везде. Во всех городах, на морской карте. Кри. Да. Ну и расселяться я планирую в этом, в героическом веке, покупая за веру поселенцев. Так что сейчас я пока ничего не строю.
Ой, чуть-чуть не хватило, блин. Ну ладно, тогда, наверное, игры развлечения откроем. Строительство я вряд ли скоро открою, да. Пойду вырубать тут лес. Ну, Unhard Home, кстати, как ни странно, очень уже неплохим городом выглядит для архипелагов. Очень так. Блин, тут не проплыть. Надо сюда плыть. С этой стороны мало что исследовано. Ну, тут внизу тундра, тут, конечно, не хочу города ставить. Да в шестой циве с этим не особо хорошо все. Зато у кого-то много места, наверное. На другом конце. Ну, в архипелагах не особо много места вообще, в принципе. Я думаю, поплаваешь, найдешь. Черепашизм континент. Это кто основал? Это я. А, Лосбрат, да. Так, давайте рисуем что с по развитию. Сейчас начался ход. У меня социальный институт 27, технология 26. Ух ты. ГГшку захватили. По социальным институтам русский впереди. Технология так же, как и я. Супергол впереди. По социальным институтам технология тоже чуть впереди. Тут Лосбрат отстает. Ладно, не буду всех проверять. Надо ходить. Инженерное дело ускорено. Военную традицию открыли. Давайте поставим изоляционизм. Так, а здесь плюс 2 влияния. Давайте, наверное, оставим на лодке. Надо бы их, конечно, строить, я думаю. Пока не могу на море спускаться, но когда смогу, арму пойду обращу. Ой, о, встретили наконец-то кого-то. Привет, Рим. Привет, привет. А Рим, походу, всех встретил, все дороги-то в Рим ведут. Да не, не настолько. Я двоих встретил всего. Акведук сейчас буду строить. И то я знаю, что кто-то со мной на острове живет. Но конечно, фермы я рядом с акведуком не смогу сделать, но три веры плюс одно довольство от акведука – это крутая штука. Жалко, правда, что опять же на промышленную зону это никак не повлияет. И вообще мне в Unhard Home еще надо и правительственную построить, между прочим. Но сначала акведук. Так. Давайте, наверное, из. Или в Пхавапур. Ладно, давайте. Нет, давайте из. Так, судостроение мы сейчас будем открывать два хода, чтобы юниты могли плавать наземные. И два посла пока никуда не посылаю. Может, тут священное место, святилище, блин, 9 ходов. Тут производства в этом городе нет, в общем, проблема.
Рим, а ты далеко отсюда? Я в плане того не расселяться, а возможных союзах в будущем. Типа, чтобы караваны там смогут доплывать. Думаю, да. Я ГГшку еще одну заберу. Там будет... Хотя там только ради города. Больше ничего там не влияет. Ну, у Рима примерно так же все, как и у меня. Сколько, интересно, у него городов? Где тут Рим? Ого! Уже 6 городов. Кахокию он захватил. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!